Nokia 8820 Sirocco. Замена дисплейного модуля в сборе. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 8820 Sirocco». Модуль, состоящий из камеры, дисплея, подложки клавиатуры, межплатного шлейфа и механизма слайдера, меняется только целиком в сборе. Необходимость его замены бывает вызвана неисправностью одного из его узлов. Чаще всего это шлейф, дисплей или камера. Если приподнять дисплей, становится видно, что шлейф является неотъемлемой частью модуля. Также обстоят дела и с камерой. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем менять отдельно какие-либо его элементы. Исходя из опыта, известно, что при отклейке подложки и отдельной смене шлейфа подложка уже не встанет на свое место, и клавиатура будет работать некорректно. Плюс при замене подложки очень вероятны поломки сопутствующих элементов.